Итак, друзья, всем привет, канал «Жизнь рыбака» снова с вами. Итак, посмотрите, что у нас есть. Мощная сеть, как и обещал, рассчитанная на крупную рыбу. Вы знаете, были проблемы у нас, что очень часто нам рвало сети, и, наконец-то, уже нечитая, уже крупная рыба, будет сложно ее порвать. Сейчас посмотрим, что нам удастся ею поймать. Надеюсь, на крупняк. Вот так вот мы ее натянули, и сейчас протащим до конца пруда, посмотрим, что у нас попадется. Именно надежда на крупняк. Ну, надежда на крупняк. А как по итогу получится, конечно, посмотрим. О, видишь, дергает. Поплавки. Подождем, может они сейчас. О! Какие рывки. Ну что, идем дальше потиху. Ну, вроде... О, смотри. И сверху бурун пошел, смотри. Опускаем. Ну, в смысле, поднимаем, чтобы... Ну, ладно, пробуем дальше. Уже что-то есть. Однозначно. О, это уже он, наверное. Давай потихоньку. Кот, о, прыгнула. О, здесь у меня. Что? О, амур. Пусть будет, да, или достать. Такой килограммчик. Или пусть будет, пусть сидит. Кот, помогай ловить рыбу. Ну и амур у меня. Амур тоже сидит. Есть амур. Ну давай дальше. Если что-то очень большое будет, то тормознем тогда, а так нет. О! Ну это амур у меня дергает. Что это было? Серьезный удар был. Давай дальше. Они здесь или нет, как думаешь? Ну, пока. Ну, рыба тоже есть уже, однозначно. О! Бурун большой пошел. Ну, что-то есть. Может и амур. Вот волна. Давай отпустим, чтобы... Давай отпускай, пусть поплавки всплывут. О! Пусть всплывают. Но уже там рыбы набилось, что поплавки. Ну-ка. Ну не знаю, меня бьется со всех сторон. О! Кто-то попался. Кто-то попался, я приподниму. Ну уже, толстолобик мелкий. Ну давай потиху пойдем. Тяжело идет, наверное, уже что-то, или... Или мусора набили, или рыба. А? Рыбы набилось только. Тяжело тащить. Опа! Выпрыгнул у меня из-под ног. Так, друзья, ну, рыба однозначно будет. Хотелось бы, конечно, трофейного чего-то показать вам. То много мне писали в комментарии, мелкая рыба у меня. Одна мелочь. Давай тормознем, чтобы поплавки всплыли. Но его нет, он бы тут уже... Ну это уже рыба опустила поплавки, уже она не всплывает. И все, набилась ерунды. И сейчас она уже не по дну идет. Ой, не по поверхности.
Ну, пока что такого, чтобы... Ну, у меня здесь было мурки ложные, сейчас гляну. Есть. О, что-то у меня здесь происходит. Вот остолобики такие. Тут что-то бьется. Давай тормознем, чтобы всплыло. Блин, выше прошел. Сетка-то уже... Во. Опа-опа! Вот это сильно было. И буруны, смотри какие. Вот, есть, большой, я вижу. Но может уже... Короче, он ударил, но ушел или не ушел. Давай отпустим. Блин, поплавки не всплывают, просто уже рыбы там набилось. Рыба топит. В общем, один большой я видел. Не газуй, не газуй. Главное, кот помогает ловить. Знает, что скоро можно будет покушать рыбки. Кот, бери. Бери сеть. Опа. О, ты видел? Тормози. А пусть подымется. Нет, это было серьезно. Такой удар был, это... Ну давай на меня. Я буду стоять на месте, чтобы они всплыли. Что ж, друзья, самый ответственный момент. Не спеши, может помедленнее. Пусть повсплывают поплавки. Вот здесь уже рыба есть, но нам... Мы тут охотимся не за мелочи. Ну давай потиху вынимать. Я вам потом это все покажу. Амур... Карп, толстолобик. Но нас интересует другое. Там кот тоже. Тихо-тихо. Вот что-то есть серьезное. Что-то есть. Давай потихоньку. Но уже сеть. Такое ощущение, что полная рыбы. Кот, не попадись. О, что это? Стой. О, есть, есть. Блин, ушел. Ушел. Тихо. Есть, есть, есть. Ух ты. Ух ты! Вижу большой хвост. Ух ты! Тихо, вынимай, 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 не играйся. Вынимай. О! Есть серьезная рыба. Давайте дальше смотрим. Один. Один только. Нужно взвесить сколько. Так, вот такой вот у нас первый заходик. Ну, покажи, покажи толстолобика. Вот он тоже, считай, ушел. Он уже разорвал сеть. Да там тоже ушел. За хвост из-за этого. Ну, покажи поближе его. Боком. Во. Такой толстолобик. Ну, из каких еще с результатов? Кот у нас поймался. И вот такие вот амуры. Что у нас здесь? Вот еще амур. Такие в районе грамм 800 килограммчик. И один красавец. Ну что ж, били, еще много било, поуходили. Не знаю, сейчас подумаем, как еще, может, какие-то поплавки добавить. В общем, посмотрим, пока улов такой. Так, друзья, ну и вот такой вот толстолоб. Посмотрите, все, мы в основном такую мелочь ловили. Уже в комментариях писали, что нет у меня нормальной рыбы в пруду, но уже это вам нормальное. Ну и давайте угадаем его вес. Я все-таки думаю, что примерно в нем килограмма 3-4. Некоторые пишут, что и килограмма нет. Ну, давайте посмотрим. Есть у меня весы. Сейчас мы все взвесим в пакет. Без никакой нарезки. Если влезет он в этот пакет, не знаю, влезет, не влезет. Влез, значит, небольшой. Если толстолоб влазит в пакет, значит, он небольшой. Так, берем весы в килограммах. И взвешиваем. Что у нас здесь? 3,9 килограмма толстолоб. Вы естественно спросите, за сколько он такой вырос? А я вам отвечу. 3,9 килограмма у нас вырос за 5 лет.
5 лет назад я их запускал, но это как бы не самый лучший результат, но уже хоть что-то. У нас маловато, ему еды было, толстолоб может намного больше вырасти, ну и такой результат. 3,9 килограмма за 5 лет.